Чешерский кот. Программа о том, как устроен окружающий мир и как мы его познаем. Самое таинственное и неизведанное о науке и мире сегодня. Что такое квантовая физика? Наверняка вы много раз слышали о необъяснимых тайнах квантовой физики и квантовой механики. Ее законы завораживают мистикой, и даже сами физики признаются, что до конца не понимают их. Квантовая физика и квантовая механика — это часть квантовой физики, изучают законы микромира. И законы эти абсолютно отличаются от законов нашего макромира, в котором мы с вами живем. Поэтому нам трудно представить то, что происходит в микромире с элементарными частицами, электронами и фотонами. Приведу пример отличия законов макро- и микромиров. В нашем макромире, если вы положите шар в одну из двух коробок, то в одной из них будет пусто, а в другой — шар. Но в микромире, если вместо шара атом, атом будет находиться одновременно в двух коробках. Это многократно подтверждено экспериментально. Электрон, который вращается вокруг ядра атома, на самом деле не вращается, а находится одновременно во всех точках сферы вокруг ядра атома. Наподобие неплотно намотанного клубка пушистой шерсти. Это понятие в физике называется электронным облаком. Для того, чтобы легче было понять законы квантовой физики и механики, нужно в некотором смысле абстрагироваться от привычных нам законов классической физики и представить, что вы нырнули, как Алиса, в кроличью нору и попали в страну чудес. С вами был любознательный Игорь Попов.